Так, из Вацлавской площади идем потихоньку в Староместскую площадь. Посмотрим. Сыров сколько видов. Ну, тут тренделики на жару прям хорошим готовятся. Так, и все фотографируются на фоне ангела. Литвин по 90 крон. Один. А это жареные каштаны продают правильно. Сейчас узнаем, почем жареные каштаны. Ага, 100 крон порции. Посмотрим, какая порция. Порция 100 грамм. Магазинчик с конфетами. Базар в центре. Чешские тренделики, да? Да. Машинка с трудом тут проедет, небольшая. Вот здесь проедет не очень большая. Вот такие проскакивают. Тут уже с трудом ехать. Ну и такие есть товарищи, которые просят. Выходим к знаменитым часам.
которые уже почти 1000 лет не меняют стиль своей работы. Только вдуматься, сколько им лет старинным часам праздник. Как всегда, тут полно туристов. Покупка сувениров на площади. Он же ходит. Die erste Information über die Existenz des Rathauses in der Altstadt ist aus der Mitte des 14. Jahrhunderts, wann der Johann der Blinde, der türkische König, österreichische Genehmigung ausgestellt hat und die Altstadt für Altstadt-Rathaus einrichtet. Sie haben damals ein weißes Haus gekauft von dem Händler Wolfgang von Stein. Dann haben sie hier den Turm gebaut. Im 14. Jahrhundert war das der höchste Turm Prags. Und dann mit zwei Kollegen die Astronomie installiert. Die erste Information ist aus dem 1410. Also die astronomische Uhr war hier sehr wahrscheinlich noch ein bisschen früher. Es gibt uns sehr viele Informationen. Вкусное мяско жарится. Кому-то Обходи. Повезет. Дякую. Да, меня подпаливает конкретно. Так, тут флаги Чехии и Евросоюза, а тут флаг Чехии и Украины виднеется. Тут
тут Украина. Очень красивое историческое здание. Флаги Чехии, Евросоюза. Картина какая-то наверху. Исторические автомобили рядышком ездят.